Да, я раньше тоже был из тех рыбаков, кто срывался в 3 часа ночи, блядь. Ехал на таможне, блядь. Платил бабки, блядь. Выслушивал кучу гадостей, блядь. От пидорасов. Тратил кучу бабла на бензин, на лодку, блядь, палатку, блядь, ледобуры, всякие снасти, блядь. Нахуй бы это все усралось, блядь. А потом сидел, мерз, боялся угореть от газа, блядь. Ну, выход-то простой, блядь. Берешь, нахуй, место огорода, выкапываешь озеро, блядь. Небольшое, нахуй. 10 на 10. Закидываешь туда, блядь, штук 100 форелей, блядь. Карася, змей, голову, сазана. Да что твоей душе угодно. И рыбачишь, блядь, в удовольствие. Причем долго ждать не надо. Клев наступит. Ну, буквально через 5 минут. Считаем до 5. 1, 2, 3, 4. Ну, в принципе, вот уже и 5, нахуй. Опа! Эх, ребята, блядь. Мне бы ваши проблемы, блядь. Смотри, какая форелина, блядь. Ох, красавица, блядь. М-да.